Всем привет, друзья, с вами Фокс Малдер. Сегодня начинаем новое прохождение. Игра под названием You Are Empty. Так, с английским акцентом сказал. Игрушка 2006 года была сделана на Украине двумя какими-то конторами. Что за конторы, это я не знаю. Честно сказать, поискал о них информацию, ничего не нашел. Возможно, это одна единственная игра, которую они, собственно, сделали. Игрушка эта, если честно, мне кажется, незаслуженно. Сейчас мы маленько тут настроим. Незаслуженно забыта. Подзабыта, скажем так. Достаточно интересная. Я играл в нее как раз после выхода. Это был 6-й год. Помню, был снег. Наверное, все-таки декабрь или там ноябрь. Не знаю. Сейчас мы с вами поглядим небольшую такую заставку. А дальше я расскажу, что о ней знаю. В общем-то, новая игра. Погнали. На легком будем играть, как обычно. Мы играем же ради сюжета с вами. Они были боевым оружием, как бы продолжение его практической деятельности. Ну вот мы глянули ее. И, в общем-то, заставочка такая неплохая. Я бы сказал, даже обалденно сделана. Вот косяк этой игры был, в общем-то, я бы ее, может, бы и раньше записал, но мы с вами... Нас сбила машина нашего героя, судя по всему. Их, ёпта, как мышь-то движется. Проблема была в чем? Вообще игрушка... Где мышь-то? Игра... Погоди, видео, звук... Громкость. А, вот, чувствительность мыши. Маленько убавим. Что-то уж больно круто. Все это. Ну-ка, сейчас мы с вами глянем. Сохранить. А, смотрите, тут есть сохранение. А, автосохранение тоже работает отлично. Все равно много. Проблема была в чем? Проблема была запустить вообще ее. В общем-то, на десятке. Это, я вам скажу, очень сложно. Я вместе... Три пытался ее запустить. Мне что надо было? Мне надо было, соответственно, разрешение Full HD, чтобы работали сохранения. Вот, вроде нормально. Работали сохранения. Тут есть проблема тоже с этим. Я вот не знаю, кстати, еще не проверял. Сейчас кого-то из окошка выкинут, как мне помнится. Не проверял, работает ли она. Да, действительно.
Все, выкину. Ладно. И вообще, в чем еще была проблема? Игра разрабатывалась чисто под Windows XP. В 2018 году XP уже, я не знаю, кто пользуется. Ну, кто-то все равно, конечно же, пользуется. Вот. В общем-то, тут я все сделал. Вон какие плакаты все достаточно четкие. Потому что я глядел некоторые... Ну, как глядел? Качество оценивал картинки у некоторых других там летсплейщиков. Оно было, если честно, ужасным. Мягко говоря. Действие игры происходит у нас в 50-е годы. То есть, такая альтернативные 50-е годы. Естественно, в Советском Союзе больше я, собственно, ничего не читал специально. Там сюжет я, конечно же, не помню. Потому что столько лет прошло, это сколько, грубо говоря, 12 лет прошло. Тут грех, опять же, не забыть. А что не открывается-то мне ничего? Куда идти-то? И здесь тоже закрыто. Ну, серия такая у нас будет, конечно же, наверх. Ознакомительная, первая, это как обычно. Поглядим, что к чему. Оружие надо какое-то нам взять. Я как, а бегать как? Я что-то пока еще не разберусь никак. Бегать тоже мы пока не можем. Нам пистолет бы хотя бы какой-нибудь. Или у нас ни рук, ни ног тут ничего нету. Куда идти-то? Ёб твою мать. О, так, а тут психбольница, что ли, какая-то? Ох ты ж, ёб твою мать! Дай палку. Подождите, нам надо какое-то оружие. Мне как драться-то с ним? Чё с ним такое? Бля, у него тут нога что-то с ногой. Ладно. Где он там кричит? Ну, такой она, игрушка-то будет нас держать, грубо говоря, в напряжении небольшом. Атмосферная очень такая, как я помню. Слушайте, мне надо палку взять. Как мне палку-то взять? И... куда мне идти дальше? Перепрыгивать? Хорошо. Нам надо пистолет найти или что-то подобное. Мы же вниз-то не пойдем с вами. Он там он стоит уже, нас ждет. А как, если честно, мне... если память не изменяет, опять же, какое-то оружие тут было вначале. Никак самое... И не хорошими словами же с ним, с ними общаться нам. Где-то, может быть, я что-то пропустил. Кран? Нет. Кран нельзя оторвать. Кровать? Нет? Тоже нет. Ладно. Пойдемте сейчас спустимся вниз. Здоровье народа, богатство страны. Страны, блядь. По всей игрушке нас будут ждать такие лозунги советские. И это прекрасно, на мой взгляд. Так, а как же нам его убить-то тогда? Или, может, его нельзя убить? Да вон он ждет нас. Тихо, тихо, чувак. Дай-ка мне что-нибудь, я возьму сначала. Может, он меня не видит? Кровать, хоть кресло ему хоть долбануть. Тише, 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 чувачок. О! Ключ гаечный, ёпта! Кто-то воду смыл. А я могу? Нет. Ах ты, блядь! Ёб твою мать, тут еще точно-точно еще медсестры вот такие будут бегать. Совсем не советского вида, как бы. В те времена, по-моему, силиконовых сисек еще не было. А что у него с рукой? У нее нет руки или она просто в текстуру провалилась? Ну, красотка, блядь. А глаза какие? Блин. Так, пойдемте замочим. Подождите. Нам надо собирать всегда аптечки. Иди-ка сюда, чувачок. Он слепой, наверное, да? Блядь, Скира. Наверное, он слепой. Что-то он как-то вяло на меня реагировал. Ну да ладно. Так, хорошо. Вниз? Наверное, вниз. Нам надо как-то из больницы выбраться. Что тут произошло, я вот не знаю. Не помню, не знаю.
Сейчас мы это с вами все выясним, конечно же, в процессе игры. Я все-таки хочу ее пройти до конца. Блять. От начала до конца. Че ты орешь-то, блять? Он что-то еще говорит мне при чем? Ну да, судя по всему, что у него повязка на роже, конечно же, он ничего не видит. Ну, наверное, зато слышит хорошо. Как мы все знаем, у людей со зрением обостряются другие чувства. Такие как слух и обоняние. Че? Маша, ключ от двери у вахтера в подвале. Вилен. Или Вилен. F1. А что тут такое F1? Маша, ключи от двери в подвале у вахтера. Блять, даже с озвучкой. Ничего себе. Подождите, а F5 работает у нас? F5 не работает. Ну да ладно. А, стоп, сохранена игра. Подождите. Ну-ка еще раз попробую. Да, работает, отлично. Это будет, конечно, полегче, потому что в некоторых играх не очень удобно сделано, и девки вот эти вот не работают на сохранение и загрузку. Ух ты, блядь, ты чё? Охуела? Блядь, а чем она кидается-то? Ты чё, блядь, мать? Так, ну их ни хрена... А, вон ключ. Ни хрена себе она мне здоровье-то поёбала. Нам надо какой-то пистолет взять. Огнестрельное оружие тут 100% есть. Я вот это помню. Стоп. Где? Закройся нахуй. Так. Он так ключом, блядь, забавно бьет. Фонарик. А фонарик у нас, конечно же, нету. Потому что слегка темновато. Действительно темновато. А, ящики же проверять тоже нам надо. Так, тут все в аптечках. Блин. Нарисует же. Не, ну, конечно, прикольно, спора нет. Че здесь? Там кто-то есть, кстати. О, автомат с газировкой. Я помню такие. Было достаточно прикольно из них пить. Интересно и необычно. Сейчас, конечно, народ уже не помнит. Во всяком случае, молодежь. Ты че, блядь, на стуле, блядь? Стишок рассказывать собрался, что ли? Да иди нахуй! Сейчас молодежь таких... О существовании таких не знает. Автоматов. Че там? Вступайте в ряды обществу Красного Креста и Красного чего-то... И Красного... полумесяца, наверное. Ну, хуй знает, наверное. Пойдем дальше. Открывай. Так, еще один чудик идет. Что это за чудик? Что с ними такое произошло? Может, какие-то тут эксперименты ставят? Бляха-муха. Может, еще что? Может, они какие-то мутанты? Ну, не, у него нога-то он. Смотрите. С растяжкой. Как она? Елизарова, что ли, называется? Или как ли? Если не так, то поправьте меня в комментариях. Хрен его знает, что это за чудики. Без зубы, без глаза, вонючие, обоссанные. Фу. Аптечка. Аптечку. Давайте возьмем аптечку. Что у нас? Не оставлять же. Я не думаю, что мы вернемся с вами на эту локацию. О, окна разбивать можно. Так что оставлять ее не будем никому. Че это? Поднос. Коляска. Ну-ка, свали отсюда. Под ногами мешается. Мир, труд, май. Мир, труд, май. Закрыто. А че все палаты закрыты? Или может это не палаты, может какие-то... Пистолет! Отлично, и обоймы даже дают. Так, пошла нахуй. Пистолет. 42 патрона. Маузер, блядь, ёпты. Я, кстати, тут не более давно, может, дня 3 назад Resident Evil закончил проходить четвертую часть. Там тоже маузер был такой подобный. Я им только не пользовался. Все завалено. А вот это открывается? Нет, не открывается. Все завалено, что-то какие-то проходы тут.
Мир труд май. А это что у нас тут? Блин, интересно. Мускульная система, скелет человека, нервная система. Ну ладно, пойдемте вниз. Мы на каком этаже вообще находимся, я не понимаю. Ну, так, на 2, по-моему, мы спустились вниз. А сколько сама больница всего? У самой больницы сколько этажей? Это что тут за тарелочки, блядь? Наложены киском. Шкаф. Шкаф не открывается? Нет, тут темно, не видать ни хрена. Там кто-то есть в палатах-то, мне там отвечают как бы. А здесь что такое? Так. О, эти самые, как их? А куда они? А, там лестница. Как их, блядь, стюардессы, на. Стюардессы, блядь, медсестры. Конечно же, медсестры. Ух ты ж, ёб твою мать. Ого, а что тут за этот самый? Шахтер с Кайлом. СМУ 13. Строительно-монтажное управление. СМУ 13. Откуда он выбежал? А ты что тут прятался, чувак? А вот это красное что такое? Чуть-чуть при... Это с песком, что ли, какая-то хреновина. Я что-то, если честно, таких и не видел. Противопожарная, скорее всего. Где вы, медсестры? Слава КПСС! Надо тут все пообследовать. Надо узнать, что где открывается, что не открывается. Похоже, тут ничего не открывается. Интересно, а... Ящики ломать можно? Но... Нет, судя по всему, нельзя. Пистолет у нас на двойке. На двойке, отлично. У нас в обойме 9 патронов. Надо не забывать. И где-то еще надо патроны-то нам найти. Что? Ток. Ток. И что? Он нас убивает? Вот эти, блядь, молочные бочки... Помню тоже до сих пор. Стоп. Дайте-ка я сохранюсь. Сейчас мы быстренько сохранимся. И чего? Или вот просто так, такой. А это что за комнатенка? Тут нет ничего в ней. Наверное, просто так сделали. Просто искрящий провод. Стул, блядь. Табуретка. Какого хуя табуретка, блядь, стоит посередине коридора? Блять, куда они все убежали-то? Темно, радио где-то играет. Ох ты, ох ты, тихо, мадам. Кстати, игрушка вот эту получила достаточно такое неплохое количество наград. Вот за эту атмосферность, за эту советскую такую обстановку. И действительно, в нее было интересно поиграть в те года. Я не знаю, как сейчас. А, это крематорий. Не знаю, как сейчас, конечно, будет, но пока мне вот все нравится. Некоторые. Радио, да? А как мне его в печку отправить? Тут саундтрек еще такой советский. С собором. А, вот. Ну-ка. Давай. Где? Ах ты, сука! Пошел нахуй. Он один? Один. Уехал? Уехал. Сука, меня поебало немного. И патроны тут как-то в... Хо, выехал, блядь, уже. Чё-то как-то ты... Ключ. Я какой-то ключ взял. Чё-то как-то он быстро сгорел. А, может быть, от этой вот двери? Или тут нет ее? Тут нет никакой двери-то пока еще. А, вот дверь. Так. Тихо. Ну, эти с двух патронов уходят. Главное, не промахиваться. Иначе будет жопа. Иначе тут у нас все патроны... Ох ты, блядь! Все патроны кончатся мигом. Вот так тоже не надо делать, конечно. Это мы на улицу вышли? Ага. Москвич. Москвич стоит. Стоять. Ух ты, блядь, ты откуда выпал?
Здоровье народа, богатство страны. Этот лозунг мы уже видели с вами. Москвич-то, кстати, полноприводный. Вообще редкость такая была. Судя по всему. И куда нам идти? У нас тут карты нет никакой, да? Погоди, тут какой-то закуток. Нет, тут ничего нету. Ну ладно, аптечка нам не нужна, как бы. У нас здоровье полное. Открыть его нельзя? Нет. Тоже нет. Чё за номер? Киш, 94-37. А вон что-то еще лежит. Погодите-ка. Патроны. Где? Где? Так, готов. Ну, этих убить вообще просто. Их даже можно этим разводным ключом бить. Что-то баночка отлетела как-то. Или она так валялась, что-то я не запарил уже. Блять, ты чё, нах, пожарник? Да ладно, нах. Это он топором махает. У нас в Советском Союзе топоров-то я таких вот, честно сказать, не помню. Были ли вообще фонарик? А у него фонарик нельзя взять? Ну, у тебя и зенки есть, честно, чувак. Твои глаза, блин. Залей в них визином, ты палишься, блин. Какой-то песни было, уж не помню, блин, какой. Так, какая-то пародийная, что ли? Где? Блять, они с таким вот криком выбегают страшным. Еще тишина. Ладно, у меня хоть тут свет включен. Я вообще в шутеры. Я уже говорил, по-моему, в какой-то игрушке, когда мы приходили. Что-то в последнее время не то что боюсь, блядь, как-то напряжно играть. Нервная система, блядь, расшатана, видимо, уже. До такой степени, что как-то... Не скажу, что я там срусь или там ссусь, блядь, от каких-то скримеров, еще что-то. Но на грани. На грани, блядь, того. Шучу, конечно. Неприятно как-то стало. А раньше в них, бляха, только играл. Че это за хуйня была? Ой, а че... А, я на другую локацию перешел, что ли? Там собачка бегала. Игра сохранена. Где она? Собачка, собачка. Не болит ли у тебя? Блять, ты сдохнешь, нет? А еще что ли есть? Вроде бы нет, только один. А какой хрен он этот бидон начал лупить? Ой-ой-ой-ой! Пожарник ебаный. Пожарника много. Эх, нихуя себе, ты че какой дерзкий? Пожарника много надо. Меня интересует, куда псина да тупая подевалась. Здесь что такое? Что за закуток? Ага, тут патроны у нас и лечилка. А что тут? Пусто. Блять, стулья вот эти вот еще советские. Кто помнит вот такие? У меня в саду, по-моему, такой был. На даче. Помещение такая большая, достаточно... Площадка, тут главное не это самое, не пропустить никого. Стой, 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 что такое? Мотор работает у машины, ничего себе. А что мотор-то не заглушили? Ёб твою мать. Что тут за пионерская зорька? Подождите, мы еще там не все обследовали. Тут ничего не открывается, а здесь тоже нет. Вот тут вот двери открываются. Как... Вон там какие-то решетки, еще что-то. Нет. Какие-то закоулочки. Блядь, забор тут что стоит, ограждение какое-то. Ну вот это, наверное, надо будет открывать, я так полагаю, да? Ну-ка. Где у нас гаечный ключик? Нет, закрыто. Блять, даже не пробило. Даже не пробило. Тоже закрыто. Да, наверное, скорее всего, придется так в дом идти в этот. Где радио играет. Почему лавочка какая-то другого цвета? Хотя ограждение тоже такого. Ну ладно.
Ты ЗИЛ, что ли? Похож. На 157-й. Стоп. Где? Где это? Так, сдох. Они, блядь, так падают забавно. Это вообще обалдеть. Что-то раз и упал. Что такое? Ворота, наверное, да? Или нет? Будильник какой-то. Я тебя обожаю всю вот эту советскую ерунду, блядь. Вещи вот эти вот, все как-то... Как по-родному все сделано. А, вон, ворота открылись. Тьфу, блядь. А я почему-то подумал, что вот это, вот эти откроются. А нет. Блядь, пожарник, ебать тебя в спину. С аквалангом. Шучу, конечно. Нет, это не акваланг. Так. Так. Подождите, они... Ага, вон еще один бежит. Да сдохни ты че? Блять, чуть успел прям. Он уже замахивался, прыгал. И тут я его прям... Так, снял прям в последний момент. Мы в какое-то другое крыло, что ли, зашли? Не открывается. Ну-ка, а в ящиках что-нибудь есть? В ящиках аптечка. Аптечка тоже нужна. Сколько, я так и не понял, сколько она прибавляет, если честно. Сколько одна аптечка прибавляет здоровья нам. Все завалено тоже. Что-то навалили, блядь, всего на. Ну, наверное, наверх. Чё за звонок звенит? Все, перестал. А, тут пройти можно, судя по всему. И на... Блять, кто-то стучится в дверь. В дверь моя. Нет, закрыто. А здесь тогда чё? Добьёмся новых спортивных успехов. А, это открыто. Подождите, а тогда... Процедуры. Да, на втором тоже... О, в процедурный он. Да положи ты его, блядь, ты чё? Блядь, ты тут откуда взялся? Ёб твою мать, у меня... Пошёл нахуй. А, он отсюда выбежал. Подлец, а? Утка. Правда, без яблок. Куда там медсестра-то поволокла? Вон она бежит. Пошла отсюда тоже. Ага. Из медсестер, значит, 70... 15, значит, аптечка прибавляет. 75 было, 90 стало. Маловато, конечно. Процедурная. А что нам тут надо в процедурной-то? Ты дохлый? Ну, судя по всему, да. Ага, бумага какая-то. Андрей, нам доставили новую вакцину в опломбированных металлических контейнерах. Никаких подробностей. Описание и инструкции по применению находятся в запечатанных конвертах. Я предполагаю, что сыворотка будет использоваться для вакцинации населения в экстренном случае. Вакцинация населения? Будильник. От чего у нас вакцинация будет проводиться? Подождите, тут аптечка. Что тут? Холера, блядь, какая-то, что ли? Ой-ой-ой-ой. Где? Бежит. Бежит, блядь. Тебе, блядь, в порнухе надо сниматься, а не медсестрой быть. У тебя получилось. Подождите, ящик. Открывай. Почему патронов-то нету? Блях, у меня уж кончаются они. О, какие-то новые плакаты. Большая больница, на самом деле. Молодежь на стадионы. Че? Лучшее туалетное мыло рекорд. Витамины источник здоровья. Бляха-муха, я даже вот помню некоторые из них. Ну, похожие, во всяком случае. Не говорю, что точно-точно такие же. Территория-то большая достаточно. Не говорю, что такие же, точно-точно, но некоторые лозунги знакомы. Типа, как молодежь на стадионы. В школе, что ли, висело? Ящик, а не открывается ящик? Нет. Подождите, а куда же нам тогда идти? Здесь... Это лифт, я так полагаю. Лифты, да?
На курортах СССР. Осенне-зимний сезон. Блин, я вот зимой с удовольствием куда-нибудь на юг съездил. Был один раз на нашем Черном море. Потрясающе. Выезжаешь отсюда минус 30, туда приезжаешь плюс 20. Значит, купался даже. Смотрели, правда, как на дурака местные, но... Мне было пофигу. Ну, наверное, все. Мы тут как бы обследовали, что ли. Слушайте, или в окошко нам надо лезть. Вот что еще придумал. Да, глядите-ка. Здесь можно ведь пролезть. А то как вот куда мы пролезем-то? А это что за... Ты кто такой? Нет, дохлый, с пистолетом причем лежит. Нет. Ой, бляха-муха. Упал. В противогазе. Что-то какой-то... Дай пистолет-то, бляха. Ты, может, не сдох? Сейчас уж, наверное, сдох. Мы не сходили с вами на второй этаж. Или на третий, или там... На третий, наверное, да. Что-то меня вот этот немного напрягает. Может быть, мы там с вами что-то пропустили? Может, патронов там целая куча? Не знаю. Ну ладно. А, и на первый, что ли, можно... Нет, на первый нельзя этаж спуститься. Везде стулья, мебель какая-то расставлена непонятно. Чего там тут стоит стул посередине улицы? Ага. Слышу. Блядь, то с двух раз подыхают, то с трех. Хрен поймешь. Может, конечно, зависит от того, куда попадешь. Тоже вариант. А, может быть, мы здесь сейчас с этого крыла как-то пролезем на третий этаж-то. Может, там нельзя было пролезть, не знаю. Ну, что гадать-то? Уж поздно. Сохраняться надо, не забывать. Вот что, блять, у меня проблема прям с этим. Да, по-моему, у всех такая проблема есть. Ну-ка, открыто? Нет. Кто там такой? Кто там так сказал? Непонятно пока. Ну да ладно. Идемте дальше. Тут вообще что-то несколько человек, по-моему, кричит. Черт поймешь, кто такие? Возможно, что-то я не пойму. Может быть, мы вот там бы оказались? Ну, хрен знает. И чё? А, лифт есть. Во. Лифт открытый. Нет. Пойдемте в лифт. Что еще делать? Причем, судя по всему, рабочий. А мы можем на любой этаж, что ли, приехать? Или нет? Стоять, это я на первый нажал. Так. А на первом-то мы, наверное, были? Хотя не с этой... Ну, подожди, давайте эксперимент проведем. А на третий, если я нажму? А, все, то есть, да? То есть, пофигу, куда нажимать, приедешь вниз, на первый этаж. Это что тут? В пионерском лагере укрепим здоровье. Здоровье. Охренеть. А это что такое? Ряды спортсменов. Что-то... И... Непонятно, что-то советская молодежь. Хрен с ним. Пойдемте-ка вот к газировке подойдем, что ли. Землю колхозную сделаем навеки плодородной. Отлично. Водичка. Класс. И что нам даст водичка? А, здоровье маленькое дает. А это не работает. Слушайте, здоровье-то нормально так дает. 73, что ли, было? Я уж не помню. Там выход на улицу, судя по всему. А здесь, наверное, закрыто. А да, там мы были. Тут мы были. А это что тут? Быть донором – великая честь для патриота. Ну, это согласен. Стоп! Блять, как его подкинуло. Охренеть. Победа. Да ну нах.
Мы во двор какой-то вышли. Ну да, наверное, двор больницы. Сколько тут? 4 этажа. 4 этажа. Это, судя по всему, гараж. Гаражные ворота. Конечно же, закрытые. Помойки. Блять, там не видно ничего в помойках. Этот дворик, видимо, больных посещают. Родственники там или друзья, знакомые. Можно в этом дворике посидеть. Куда нам идти-то? С ворота, что ли? Нет. Слушайте, блин. Столбы вот эти вот для проводов старые, еще деревянные. Блин, охренеть, конечно. Я таких уж 1000 лет не видел. Только если куда-нибудь в область, в глушь заехать или в деревнях каких-то еще остались. Ёпта, в деревнях-то, конечно, остались. Чё-то... Блядь, да ты чё? Ах ты сука такая. Это вот тот, который дохлый валялся. Точно такой же. С пистолетом. Ключи. Ключи, аптечка. Ну, пока хватит. Дай-ка пистолет-то сюда, ты гнида. А где пистолет? Пистолета нет. Машину я оставил у главного входа. Ключи заберешь в кабинете на столе. Немного барахлит двигатель, но малышка еще неплохо тянет. Удачных выходных. Алексей, кто-то топает. Кто-то топает, бляха. Ага, это тоже с пистолетом. О, блядь, это тоже с 2 патронов. Подыхает. А где у них оружие-то? Чё, какого хрена? Мне патронов-то вы не даете. А, вот, подожди, лежит. А может и здесь лежит где-то у него? Есть, есть, есть. Все-таки выкидывают они пистолеты-то. Нормально. Блять, ты тут нахуй еще. Да, 2 даже. Мне на машине куда-то сейчас надо будет ехать, судя по всему. Ну-ка. Ага, а. Заводись ты, колымага. Ну, чё мне делать-то? А, завелась, вот. И еще что интересно, что тут вообще произошло такое? Загрузка. Что за люди вот это вот такие? Эксперименты какие-то делаются, и чё ли? Колхоз. Рулем я не кручу. Чё-то, блядь, с изображением не то. Ну да ладно. Не страшно как бы. Погрузчик. Старый древний. Там кто-то, кстати, стоял в проходной. Я его видел. Между прочим. Ты тоже будешь героем. Блин, а как круто тут обстановка сделана. Музыка где-то играет. Погрузчик, бля, я, да, такие погрузчики помню даже, охренеть. Были такие. Сейчас, конечно, не осталось, наверное, ни одного, все на металлолом порезали. Но их было до хрена раньше, на всяких складах, заводах. Где? А, вон, вижу. Импортных же не было, ничего, импортного не было, никаких там вот этих вот погрузчиков, техники. Все было наше. Не то, что сейчас. Все куплено, блядь, в Китае. Но ничего собственного не производим. Печально? Печально. Куда вот идти мне? Что-то я вот не пойму. А что тут написано? Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Тут нет ничего сзади-то. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Сохраним игрушечку. Вот что тут, вот, блядь, такое? Просто песок, что ли, пожарный? Или что ли? Хрен поймешь. О! А здесь проход есть. Ну-ка. Патроны-то уж не будем тратить, конечно же. Может, сюда нам и надо идти? По сюжету? А, смотрите-ка, судя по всему, да. По сюжету. Подождите, тогда там еще одно местечко было, где мы не проверили. Здесь что у нас?
Здесь не открывается. Как бегать тут в этой игре? Хотя нет, все проверили мы тут. Пойдемте. Бегать, прыгать можно, блядь. А, лужа. Прыгать можно, бегать нельзя. А может можно? Подождите-ка, я сейчас, прям секундочку. Звук, вот. Перезарядить, использовать доп. Атака. Вправо, влево. Бегать-то как? Ебить твою налево. Прыжок, присесть, С. Оружие. Оружие разное. Чтение документов. Предыдущий. Пауза. Быстрое сохранение. Снимок экрана. Даже, вон, смотрите, этот скрин можно сделать. Нет, бегать, судя по всему, в этой игрушке нельзя. А жаль. А жаль. Там, по-моему, будут Ты чё, блядь? Дед Степан, блядь. Чё он там сказал? Блядь. Ёпта, газ. Сука. Ух ты ж, ёб твою мать. Подожди, к нему надо патрончиков понабрать. А как мне пройти-то? Подожди, надо принцип понять. И вообще надо бы, надо ли нам сюда? Давайте сохранимся прямо перед этим. Блядь, бегать-то, ну, сука. Ну почему, блядь, бегать нельзя в этой игре? Давай, бери эту банчонку. Будка, будка собачья. Блядь, там медведь, что ли, живет в этой будке? Ну? Хуя себе будка. В натуре, блядь, медведь поместится. Блядь, опять, ну. Причем очень много здоровья сносит этот газ. А, это прицеливаться просто. Жаль. Степаныч, блядь, погиб просто так, ну. Дед Степан. Это что тут? У него, может, самогонка тут варится, блядь. А мы его спугнули. Может, он не зомби просто был. Стоять. Блядь, Степаныч, нахуй. Степаныч, сука. Тут еще один. Тут несколько, может, клан, блядь. Этих самых бутлегеров, нахуй. Степанычи. Блядь. Стой, блядь. Где? Где ты, Степаныч? А, вон. Блять, попадает. Степаныч. Ой, бляха. Давай вылазь наружу. Ребят, в общем, давайте вот на сегодня серию вот эту закончим. Надеюсь, вам понравится игрушка. Вот, в общем-то, наше ознакомление прошло. Проходить мы ее будем, пройдем обязательно в ближайшее время. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем приятного просмотра. С вами был Фокс Малдер. До новых встреч и всем пока.